Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает все стороны конфликта в Украине соблюдать режим прекращения огня, который начал действовать с 1 сентября. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, в этом году были приложены немалые усилия по прекращению насилия на востоке Украины. Тем не менее, мониторинговая миссия продолжает фиксировать нарушения. Более того, представители ОБСЕ регулярно сталкиваются с ограничением свободы передвижения и даже с прямыми угрозами их жизни. По словам Заньера, устойчивое прекращение огня на Донбассе позволит достичь прогресса и на политическом уровне. С чем сталкивается миссия, это недостаток уважения. Мы это отчетливо видим на подконтрольной боевикам территории, где нашим представителям угрожают вооруженные люди. Это неприемлемо. Я хочу призвать все стороны придерживаться договоренности о прекращении огня. Начало учебного года – прекрасная возможность добиться устойчивого перемирия. Это позволит достичь прогресса и на политическом уровне. Политический путь остается ключевым для поиска устойчивого решения этого кризиса.